С 15 июля пенсионный фонд начал принимать заявления на новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Согласно указу президента номер 396 от 2 июля 2021 года, семьи с детьми могут получить единовременную выплату на каждого ребенка. Право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей предоставляется родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 лет при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября. То есть 6 лет должно исполниться до 1 сентября 2021 года и до достижения ребенком 18 лет на дату вступления в силу указа. То есть до 3 июля 2021 года должно исполниться 18 лет, не старше. Кроме того, выплату могут получить также лица с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам. Самое главное условие – дети и родители, а также попечители, опекуны и усыновители должны быть гражданами России и проживать на территории страны. Те, кто в прошлом году выплаты на детей не получал, могут обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда для подачи заявления, причем независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату, в прошлом году все намного проще. Самый основной канал – это госуслуги. Поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеется заявление, заполненное практически, сведения о которых нужно в заявлении просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус, поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы Пенсионного фонда. Подать заявление можно до ноября текущего года. Перечислять выплаты Пенсионный фонд начнет после 16 августа и до 31 декабря 2021 года включительно. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, телеканал «Север».